В Ефремове реализуется инвестиционная программа по замене системы освещения. Совсем иначе стала выглядеть одна из центральных улиц города, объединяющая старую и новую его части. Раньше на этой улице стояли 30 покосившихся бетонных энергоопор с тусклыми фонарями. Сегодня современные светильники освещают и проезжую часть, и тротуар. В городе стало в разы намного светлее, намного, как сказать, комфортнее люди чувствовать. Если при старом освещении та сторона дороги была очень опасна для пешеходов и для проезжей части, сейчас, в данный момент, можем гордиться. Можем гордиться то, что у нас происходит в Ефремове такие перестройки. Новые опоры освещения на Тульском шоссе – подарок 380-летию Ефремова. Они появились в ходе реализации инвестиционной программы «Тулэнерго», рассмотренной правительством региона и подписанной губернатором. Это, естественно, безопасность города, это безопасность на наших водителей, которые передвигаются на машинах, это освещение в сторону магистрали дорожной и, конечно же, тротуара, где ходят пешеходы. Установка современных опор и прокладка новых линий электропередачи начались в Ефремове в 2013 году. Тогда значительно изношенную линию заменили на улице Ленина. Тульское шоссе – ее продолжение. Ефремовцы вечером, проходя из микрорайона в старую часть города, увидят и замечательный свет, и прекрасную иллюминацию. И очень это все здорово, что это все получилось. Протяженность новой линии около километра. В ближайшее время вдоль нее проведут реконструкцию газонов и дорожного покрытия.